Ассаламу алейкум, приветствую всех жителей Республики Казахстан, борющихся за демократию, за парламентскую республику. Сегодня я видел шоу в суде, когда отпустили условно-досрочное освобождение Мухтара Джакишева. Здесь только одна причина. После Дулата Агаделя, после убийства Дулата Агаделя, на черед уже идет, соответственно, и Мухтар Джакиш, потому что у него здоровье очень сильно подшатало. Это не победа, это не потому, что люди настаивают, хоть бы люди еще сколько бы не пикетировали, и бы его не отпустили. Просто Назарбаев, конкретно Назарбаев, по указанию Назарбаева, добили его здоровье. И для них это было бы более удобно, когда Мухтар Джакишев умер бы у себя в постели, у себя дома, в кругу семьи. А если Мухтар Джакишев, еще очередной политический заключенный, умрет в листах лишения свободы, это было бы еще одним большим скандалом. Так что не надо радоваться, не надо хлопать, надо бороться, надо расследовать. Что было с Мухтаром Джакишевым, какие пытки у него были, как его пытали, чтобы примерно объективно знать, что случилось и с Дулатом Агаделем. Вот так вот. Объективно такое расследование надо провести, вот, пока мисс Мухтар Джакишев не умер. Вот мое предложение такое. Спасибо за внимание.